Штормить может. Тут такой фронт идет. Почти военный. Горы затянуло. Ну, передавали снежок. И он идет. Я не знаю, видно, не видно. Вот. Снежок идет. А там, оказывается, бобер. Вот это бобровские следы. Beaver tracks. Он там живет, походу. Мы его видели, как он даже оттуда выныривал. С-под льда. Я проходил, смотрел. Мои следы. Так что интересно. Сейчас нас как задует здесь. Вива. Тянем, потянем. Тянем, потянем. Вот она, щучка. Да. Орегонская краснобрюшка. Для ухи самый раз такой молоднячок. Вкусненький. I'm gonna make some fish soup.
Phil, that's for you. Fisherman's tea before bed. Что мы имеем? Мы имеем Leatherman. Ребят, все это интересно. Это интересно тем, что это все готовится в Орегоне. Орегон. В Орегоне все делается. Вот. Leatherman компания, кто не знаком, делается в Орегоне. Хавка, которую мы кушали, Mountain House, тоже Орегон, Албани, всего лишь какие-то 20 минут на машине от нашего дома. Вот. Вот Jet Boil я не знаю, где делается, честно скажу. Но не удивлюсь, что на нашем побережье. Все, процесс пошел. Сейчас Леня приготовит лучок. Зелень, зеленый лук, морковка. Рис. Secret ingredients. Разные специи. This is... So we got onions, carrots, green onions, bay leaf is a must, garlic, чесночок. And then we have some rice and pepper. Then we have spices. Yeah, just and dill. Yeah, dill and peppercorn. And of course salt. Yes, salt. And of course you got fish and water. Сейчас будет ушиться. Горяченькая, вкусненькая. Газу. Almost there. Пришлось освободить место в айфоне. Невкусно пахнет. Doesn't smell too good. I suggest that you don't eat it and leave it for me. Не ешьте, я съем. Невкусно пахнет. Just so you have an idea of what does look like from inside. Fish, rice, potatoes, some spices. Don't forget to add the power bait. Yeah, add the power bait. Extra scent. That was a joke. We don't put power bait in there. Ну что, let's eat? 2 minutes need to settle down. Okay. Cover it up. Yep. Good. Вот оно утречко. На улице минус 10. Красотища, конечно. Утро сборов. Кемп Эндейвер, или как он, как мы его назовем? Аляска в Орегоне кемп называется. Никсон. Аляска в Орегоне. Где моя кровать с периной? Иногда начинаешь думать, а стоит ли этот вид утренний того, чтобы с такой рожей проснуться? С какой рожей, а что ты? Ну какой-то, мне кажется, у меня рожа такая не очень. Ну флаг-то стоит, ладно. Не, просто холодно, блин. Ребят, ну как бы без буржуйки, без дров, без... Ну просто в одном спальнике спать. Не знаю, если кто-то у вас есть представление такое вообще-то, пойдите в минус 10. Да какой, в любую температуру в спальнике ляжьте. Просто на улице. Садомазохизм. Вот оно. Садомазо. Садо. Мазо-пофигизм. Не, ну у нас спальники теплые. Пиши комментарий, потом вырежу. У нас спальники теплые, все хорошо. Не, красивое утро.
Просто красиво. Мы сейчас пойдем домой. Называется, зачем сюда шли, чтобы обратно уйти? 9 утра. Легкая дымка над озером. Готовимся на выход. Мусор с собой. Packer in, packer out называется. Так. Флаг гордо стоит. Греем чай в термос на дорогу. Пакуем свои коробки потихонечку. И на выход. Вот так весело идти по лесу. Что, тяжко, да? Видео снимаешь? Ну да. Чувствуешь себя собачкой? Нормально. Но налегке. Домой идти веселее. Идем. Прошли пару километров. Сход на Данлап, на маленького озера, где мы бибу тестировали. Солнышко. Снег сыпется. Все пишут на камеры. Красоту впечатляют. Снежок падает. Как хорошо. Великолепно. Ну, вот здесь уже потихонечку в горочку. Ну, сейчас скоро пойдет с горочки чуть-чуть. Будет вообще легко. Так что снега насыпало. Вон какие равнины. Каньоны целые. Зверек бегал какой-то. So turn to Dunlap Lake. Right there. Interactive greeting card for 2013 Happy New Year. Spending the night with my bro in the snow. Two nights. Like right here. Ощущения непередаваемые. Ощущения. Ощущения. Вот так не быстро. А нам еще идти, идти. Two thirds of the way. Ahead of us. Just a mile. Two more miles. Two and a half, three. No, but two and a half. Two and a half. По своим следам легче идти. Идешь, идешь. Я тебя догоню. Солнышко вышло, греет. Nice sunny weather. Met a nice gentleman going up cross country. Happy New Year, everybody, by the way. С Новым годом всех поздравляем. Ура, Атаманыч! Дошли, однако. Тут после нас кто-то прорезал колею. Буквально метров 150. Сказочная красота. Снега немало, как видите. Под низом еще столько же. Красотища полная. Мы даже не устали с горки спускаться. Просто конкретно. Все. С Новым годом.